Svinīgo popzvaigznes Maikla Džeksona koncerts Baltijā bija ieradušies vairāk nekā 80 tūkstoši skatītāji. Ar šādu auditoriju diez vai vēl kāds varētu sacensties. Koncerta sagatavošanās darbi sākās jau aptuveni vairāk. Jums patīk Maikls Džeksons? No, jā. Jā. Ja runā par Džeksonu, tad tas ir notikums noteikti. Vienīgi biļetes varēja būt lētāks. Uz skatuves Džeksons kāpj, kad satums. Publiku visu laiku viņš aplaimoja ar skaļiem mīlestības izsaucieniem. Viedokļi, ka tā organizēšana nebūtu nav bijusi augstā līmenī. Taču koncerta laikā īpaša grautiņa nebija, izņemot vienu incidentu, kad piedzērušies jaunieši bija piestuši kādu savu līdzbiedru. Grandiozo šovu, pasaules koncertu turnejā History. Jābūt šovam. Noteikti. Vai latvieši arī mīl Džeksonu? Principā es šo pašu jautājumu uzdevu visiem igauņiem Tallinas centrā, bet izrādās, ka te bija 50% latvieši. Un visiem patīk. Bija dažas minūtes pār desmitiem un sagaidījis tumsu. Skatos kāp arī pats Maikls. Bet igauņu acīs bija manāms lepnums. Līdzās ASV karogam uz skatos bija arī igauņi. Un tikai koncerts šovs bija tas, kas ļāvi apjaust, kādēļ miljoniem cilvēku pasaulē nāk skatīties uz Maiklu. Skatuvu, kas atgādināja 7 stāvu māju, tika izgaismot vairāk kā 1000 prožektoru gaismā. Video un pirotehnikas brīnumi. Непрежешам саптувани 2 стунс, лавиш на Америкс и Паталин. Турне по Скандинавии. Охрана звезды от возможных издержек массового ажиотажа была беспрецедентной. И стали на корреспонденты нашего Балтийского бюро. Грандиозное зрелище, устроенное Майклом Джексоном в Таллине, съехали смотреть более 80 тысяч человек. Эстонские пограничные службы в последние дни порой просто не справлялись с потоками прибывающих зрителей из Финляндии, Латвии, Литвы, России и Белоруссии. Джексон заранее сообщил, что в Таллине даст всего один единственный концерт и сразу же покинет этот город. В течение 8 часов поклонники Джексона ожидали приезда своего кумира. Мероприятие охраняла практически вся таллинская полиция.
Над городом летали вертолеты, пилоты которых скрупулезно контролировали происходящее на земле. В зону концерта запрещают вносить колющие и режущие предметы, оружие, наркотики и спиртные напитки. Каждого предъявляющего билет обыскивали представители службы безопасности. Попасть на концерт Джексона, не имея входного билета, было невозможно. Те, кто постоянно следит за творчеством Майкла, говорили, что на этом концерте певец был как никогда бодр и энергичен. Прибывшие с ним в Эстонию менеджеры и советники не скрывали, В последнее время он больше не закрывает черной тканью, израненной многочисленными операциями, свое лицо. Судя по словам людей из его свиты, Джексон жалеет, что 7 лет назад ему захотелось изменить цвет кожи и стать белым человеком. Сейчас певец дает понять, что, наверное, это был самый необдуманный поступок в его жизни. По словам Джексона, в настоящее время единственное, о чем он начинает волноваться, это хватит ли сил продолжать свое существование в таком концертном напряжении. Певец признается, что каждое трехчасовое выступление у него забирает столько энергии, что потом приходится по несколько суток приводить себя в нормальное состояние. И не исключено, что Джексон Он надеется, как он недавно в шутку сказал, еще лет 10 продолжать шокировать своих поклонников. Tā informē kāds Igaunijas biznesa laikraksts. Koncerta organizētājiem Igaunijā vien izdevās pārdot vairāk nekā 60 tūkstošus biļešu, kuru vidējā cena bija 16 lati. Tādējādi ieņēmumi par Igaunijā pārdotajām biļetēm ir aptuveni 1 000 000 latu. Pārdots arī vairāk nekā 20 tūkstošu biļešu turismu firmām un koncerta dienā vairāk biļešu par 25 latiem. Turklāt vairāk nekā 8 tūkstoši latu ieņemti par automašīnu novietošu. Bijuši 600 līdz 800 tūkstoši latu. Koncerta organizētāja firma oficiālos ienākumus neizpauž. Sākus mēnešu pirms pašu.